Ведущие специалисты Великобритании и Израиля приглашены для проведения тренинга по теме развития инновационного и предпринимательского потенциала в Узбекистане. У участников будет возможность поделиться опытом, приобрести новые знания, отработать необходимые навыки. Камила Зарипхан раскроет детали учебного курса. Инновационная деятельность становится в последние годы все более актуальной. Исходя из требований времени и в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан были организованы краткосрочные курсы программы развития инновационного и предпринимательского потенциала в Узбекистане, которая направлена на дальнейшую реализацию стратегии инновационного менеджмента на местах. Хорошо развитая система поддержки инноваций является ключевым и главным фактором для страны, которая перед собой ставит задачи технологического прорыва в устранении недостатков и пробелов. Сейчас проходит целый ряд мероприятий, и для бизнеса очень важно использование инноваций, продвижения и развития. Сегодня мы делимся своими лучшими практиками в сфере. Нам интересен и опыт вашей страны. И с сегодняшнего дня мы начинаем с нашими коллегами и участниками тренинга создавать совместный подход. Посмотрим, как это будет работать в Узбекистане. В университете Лестера большой акцент делается на инновационное развитие и на обучение инновациям. В данной программе мы рассматриваем, что такое инновация, как она измеряется и как ее стимулировать в регионах на уровне организаций. Думаем, активное участие на тренингах будет способствовать зарождению новых идей. Конечно, мы ждем положительных результатов от данной программы. В рамках семинар-тренингов была представлена презентация израильского эксперта в области внедрения инноваций и построения бизнес-экосистем. На данных мероприятиях слушатели приобретают новые знания в области инновационного менеджмента, а также получают необходимые навыки. И главное, узнают о передовом и международном опыте в области внедрения и управления инновациями на институциональном и национальном уровне.